15.2.01.28.02.8.06.2018, обновлено, 15.53 28 июня 2018 года 94816918 Москва, 28 июнь, РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки. Как заявили в Белом доме, Путин и Трамп затронут тему двусторонних отношений России и США, а также ряд вопросов национальной безопасности. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Накануне в Россию для ее подготовки приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он встретился с Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности. Как рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте, повестку дня встречи Трампа и Путина определят в течение следующих двух недель. Они обязательно обсудят общую международную ситуацию и, надеюсь, также вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Даже небольшие шаги в снижении напряженности были бы в интересах каждого, отметил Ниинисте. Встречи Путина и Трампа лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийские и украинские кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались на ногах на саммите ОТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону. Решетка Дональд Трамп, решетка Владимир Путин, решетка Россия, решетка США.